открылась ячейка, но в ней ничего нет. Почему-то она такая длинная. И открываем следующий слой. У нас будут мальчики без штанов. И в этих очках весь мир розовый. Всем привет, меня зовут Анюта, и вы на канале Анюта Плей. В июне выйдет новая серия «Воу, мальчики!» И это будет уже совсем скоро. Мы сделали вот такой самодельный сюрприз «Воу, бойс!» И посмотрите, какой крутой мальчик здесь нарисован. Сейчас я буду распаковывать этот сюрприз, а еще вот такой подарочек, который я выиграла на канале Стася Микс. В этой коробочке тоже находится сюрприз «Воу, мальчики!» и, наверное, кое-что еще. Гринч бокс. А если ты еще не подписан на канал Насти, я тебе очень советую подписаться, потому что она очень веселая девочка и снимает очень веселые видео, а также делает крутые самодельные сюрпризы. В следующем видео мы с Настей снимем очень крутой сюрприз. Поэтому подписывайся прямо сейчас и нажимай на колокольчик. А ссылочка на канал Стася Микс будет в описании. Ну вот она, капсула с мальчиками, значит эту распаковку можно назвать подделка против самоделки. Начнем с самодельного сюрприза. Тут нам показано, что нам попадется 7 сюрпризов. Подсказочка, наклеечки, бутылочка, аксессуар, одежда и сам мальчик. Тут замочек, звездочка. Звездочка плюс лампочка. Тут вот такой вот мальчик нарисован. Классный, модный. Замочек уже другой в виде сердечка. Поехали дальше. Наш мальчик может менять цвет, плюваться, плакать и писаться. А этот мальчик очень похож на куколку Чичерс Пэтс. Я думаю, это ее брат. Ставьте лайк, кто тоже так думает. И открываем следующий слой. Здесь уже пакетики. Посмотрите, как их много. Давайте начнем открывать вот этого. Посмотрите, какая прикольная бутылочка голубая. Тут написано «Поп». Посмотрите, тут шортики вот такие прикольные. Тут маечка вот такая еще. И еще один ботинчик. И тут посмотрите, какие прикольные очки голубенькие. Я думаю, этот мальчик будет наверняка очень модный и яркий. Давайте откроем его. Ух ты, посмотрите, какой прикольный. У него такая модная прическа. Кстати, это не шортики, а вот такой комбинезончик со спущенным верхом. Вот такой прикольный яркий мальчик был в моем сюрпризе. А кто догадался, чей это брат, ставьте лайк и пишите в комментариях. А я пока прицепила вот эту длинную красивую розовую прядь. Ну что, давайте теперь посмотрим, кто же в этой капсуле. Так. Очки. И в этих очках весь мир розовый. Тут нарисован панки. И с обратной стороны показано, что нам попадется 6 сюрпризов. По замочку она что-то не хочет открываться. Так. Даже я не могу ее открыть никак. Даже там, мол, не раскрылась немножко. Открылась эта штучка. Но я в ней ничего не вижу. Открылась ячейка, но в ней ничего нет. Давайте посмотрим, может тут есть что-то. О, тут есть. Вот такая синяя кофточка. И здесь еще снизу есть ячейка. Тут вот такая синяя бутылочка. То есть голубая. Ну и теперь откроем капсулу. Для нее нету никаких кодов. Значит, нажимаем на кнопочку. Вот. Так вот. Это что, подсказочка секретная? Тут, по-моему, нету, знаешь чего? Нижней части. Тут нету штанов. У нас будут мальчики без штанов. Так. Вот такой вот у нас мальчик. Сейчас мы ему голову прицепим. А, где же мои штаны потерялись? У него немного глаза съехали и рот. А вы обязательно пишите в комментариях, какой сюрприз вам понравился больше. Это что, гамбургер? Вот такой вот сквиш и как настоящий. Я подумала, что это настоящая булочка какая-то. В этом видео я ее не буду распаковывать, а распаковываю в следующем.
И какая большая длинная прядь для волос. А чего-то она такая длинная. Так, а для чего? Она какая-то химия. Слаймы делать. Вот такие мальчики нам попали в самодельном сюрпризе из под девочки. Ставьте лайки. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. И с вами была Анюта. Всем пока!